зрители, подписчики. В общем, все по старой схеме. Начал я вторую эту сторону. Грел фенами, шминами, до жопы. Все это закисло. В общем, на все это плюнул, высадил ее кувалду, да и все. Ну, тут то же самое. Никто ничего не разбирал ее. Вот. Сейчас стопор откручиваю, все это раскручиваю. Дрели и все по старой схеме. В общем, занимаюсь, выковыриваю эту всю херню. Ну вот смотрите, ребята, а тут печально. Видите, весь солидол вылетел через эту херню. Вот, всю ее раскидало. Сальнику это мухана. Также он тут прикипел. То есть, по-любому, однозначно, все это, ребята, надо разбирать. Без всяких придумок. Пересыпать, перемывать. Видите, все в каком состоянии. То есть, работать бы оно, гляньте, уже бы не работало нормально. Надолго бы не хватило. И вон, также пригорало он с краю. Если вот так посмотреть, видите, с краю пригорал. Вылазил этот. В общем, блин, все, буду пилить. Да, ну в принципе, вот это не нравится. Я сейчас приловчился, в принципе, нормально, быстро и. А то мне там Серега предлагал это лобзиком по металлу херячить. Вот так отсюда сверху им покажи. Он уже прослеживается сквозное отверстие. Сука. Хуя, бля, крошится. Ладно, не вылазит. Бануться. Бля, ковырялся. Бля, герметика, бля. Фишаки, бля, тупые. Сука, бля. Там же вот, где крышка, вот она, блядь, канавка, блядь, ну колечко оденьте, блядь, резиновое, закрутите и все, вот дебилы, блядь, вокруг одни дебилы, чем тупые, вот, выступ идет, резиновое колечко ложите тоненькое, затянули, все, вопросов нет. Откручивается, закручивается элементарно. Ни это, ни герметика нахерячили, блядь. Резьбового, блядь, который не откручивается. Имбецилы, блядь. По-другому я их никак назвать не могу. И вот такие машины, блин, люди пишут, а что машину не купить? Тогда пошел кусок говна будет. Что за миллион, что за два, что за три, блядь. Чем новее, тем хуже, блядь, тем хлам будет. Запусти туда дебилов, блин, рукожопых, сервисников. Они там
понакрутят, блин. Ну все, в общем, вытащил я. Как говорится, у нас в России с помощью кувалды и какой-то матери. Все, сейчас буду выдувать и цеплять эту херню. Съемником дернуть. Тут ребята уже все побыстрее. Посмотрим, как это пойдет. Это, ребята, полегче пошло. Такого напряга нет. Да, это полегче пошло, ступица. Вообще что-то легко. Что-то это мне не особо нравится. Так, по-легкому. Раз, раз, и поехала. А, там смазка была, что ли, здесь. Видите, все мокрое, поэтому она, наверное, и лучше пошла, блин. Нет, проворачиваться она не проворачивалась. Просто, видать, сальник подтекал внутренний. И она, получается, с-под низу масле была. Поэтому и все, так она отлично не проворачивалась. Так, давай туда на операционный стол. Ребята, это все дело высадим, посмотрим, что там, блин, что там к чему, блин. Да, аккуратно, не поломать. Сальник, блин, убитый. Ну вот смотрите, ребята, вытащил я, снял я вот этот сальник. Подшипники, ребята, в хорошем состоянии, все нормально, но на смазку все тут бедно, потому что сальником, по всей видимости, хана. Вон, покажи внизу там. В общем, не особо тут дофига, блин, смазки. Смазка такая конченая. В общем, сейчас буду выбивать другой. Такая наставочка у меня. В общем, ребята, тут в прошлый раз, когда я ту раскрывал, в общем, вот этот сальник, ребята, я сейчас его сильно не показывал, вот такой монтировкой его выковыривать. И когда выбиваешь сальник, не сальник, а внутренний подшипник, это все разваливается. В общем, я когда вчера разбирал, я реально уже думал, все пропало, вот, но... Все нормально. Нашел я тут вариант, как он собирается, разбирается. То есть получается, ты его когда выбиваешь, он с обоймы слазит. Она здесь пластмассовая. Слазит с обоймы. А потом вот это вот все ролики надо в кучу собрать. Ну все, это я вам потом покажу, как. Верхний вылазит нормально, а вот с задней стенки получается вот такая залипуха, ребята. Так что кто будет разбирать, знаете, то это надо все делать очень аккуратно. Потому что когда выбиваешь, получается, ту сторону, сальник не выходит, а выходит сама обойма. А ролик с этой обоймой остается внутри. Потом надо будет аккуратно монтировкой это все выковыривать, чтобы это все потом не убить. Так что так вот, весь на зажимухах. Ну все нормально. Ну вот, ребята. Смотрите, вот этот подшипник, который валялся, видели вы, да? Вот, сейчас я его выдую, вот я его уже собрал в кучу.
Слушайте, ребят, сейчас я его нагрею градусов до 50-60. Нагрелся градусов 70. Вот так раз. Видели, как одевается. Ай, блядь. Ай, горячая. Горячая, блядь. Теперь вот это. Оно отделил. Дрочнем это, блин. Вот так. Все. Теперь сейчас надо, блин, весь как хрен в этой. Сейчас. Блин, гайку не подготовил. Сейчас я его не с этой стороны, с той стороны, сзади него. В общем, шайбу. Видите, ребята, тот феном нагрел, шпок и все. Этот холодный, хер на ногу, блядь. Хер лезет, блядь. Ну, смотрите, ребята, с той стороны я замучил, а с этой стороны даже не будет замученная этикетка. Сейчас я согну эту херню. Шплинт. Надо зашплинтовать. И все. Вот так, ребята. Таганская фирма. Веником не вяжет. В общем, что я вам... Все, я забабахал. То же самое, как там. Все, теперь только чвякает. Все, отлично. Я думаю, ребята, они на один год хватит. В общем, что осталось? Крышкам хамбец. Надо либо на разборках искать. Ну, я знаете, что думаю? Я думаю, что эти крышки это так. Расходный материал, потому что, я думаю, они у всех конченые. В общем, надо будет точить эту фигню. Делать какую-то заглушку сюда. Ну и все. В принципе... С передней частью, ступицами, шмупицами. Тут что-то это. Еще. Значит, что еще хочу сделать. Это уже потом, когда заведу еще, перед тем, как кабину ставить. В общем, что мне не нравится. Машина стояла долго. И вот тут подбегает маслица. Здесь нормально, а здесь подбегает. Вот. Я уже разговаривал с ребятами. Вот. То есть колечки на Ломоносова. У нас Ломоносова, ребята, на все случаи жизни. В общем, там манжету можно подобрать будет.
туда кинуть. Ну, в общем, как бы так. И стоит она что-то рублей 40, наверное. Все, значит, тут все работает. Теперь только ищем крышки. Значит, по машине крышки. Этот кулер нужен. Что еще надо? Ну, трубу вот эту делать. Эту фигню поменять. Ну и в принципе, то есть когда крышки поставлю, колеса можно поставить, там поменять. В принципе, вот и в этой части будет как бы, ну, по железу, я думаю, все. И надо будет, ребята, потихонечку двигать туда, на жопу, блядь. Там великие дела меня ждут. Буду туда перемещаться. Ну а тут уже потом... Останутся там замены трубки, шмутки. Это в принципе этим уже можно будет заниматься, там воздухом. Это в плане того, что уже когда кабина будет стоять. В принципе сейчас погодка даже дает, сейчас даже можно чистить. Уже плюсовые температуры, по крайней мере, подготавливать можно. Так что вот так вот у меня все в планах. Он что крутится, вертится. Ну, все. Ни люфтов, ни хрена нет. Но тут вот все равно сальник надо менять. Не нравится. Он сегодня, завтра, послезавтра, он один хрен потечет. Вот. И еще такой момент. Я вам рассказывал, что я хочу замутить с карданом, со шлицевой. Там же идет, поняли, пластмасска. Ну, то есть, в общем, потом это я все вам покажу. Такого вы нигде не увидите. Ну, по крайней мере, я попробую это сделать. Восстановить шлицевую именно под завод, как она должна быть. Так что, в общем, подписывайтесь на канал. Смотрите, наблюдайте, комментируйте. В общем, на сегодня, наверное, ребята, все.